Глава региона сегодня также заявил, что несмотря на сложные погодные условия, урожай в крае будет. Рекордных показателей, как в прошлом году, ждать не приходится, но программу продовольственной безопасности регион выполнит. Плюс даже останутся излишки зерна для соседей. Об этом Лев Кузнецов доложил на встрече председателю правительства Дмитрию Медведеву. Главный вопрос, который волновал, и вы слышали, опять же, поднимал с селянами, это вопрос страхования. Председатель правительства дал поручение мне и Минсельхозу отработать предложения, которые позволили бы объективно компенсировать не всю потерю урожая, а именно в тех пропорциях, которые реально нанесен ущерб.